Вот я показывала ямки. Вот привезли уже яблоньки, посадили. Это Надежда Муха Савинцева. С дочкой Ксенией пришла. Это первое. Второе. Вот так. Теперь она пошла там цветы сажать. Мне надо там подойти. Вот Ксения здесь работает. Бог помощь. О как. Это можно убрать вот эту. Мешает, нет? А то можно ее в сторону убрать. Покрышку. А здесь что будет расти? Да тут эти многолетники. Потом осени не ломайте, они мне нужны. Кто? Вот эти бутыльки-то, я по ним определяю погоду. Вы кто-то переломал, а я пошел вон там, наломал и привязал всю зиму-то. Если качаются, то ветер. Я смотрю наружным наблюдением, и видно, как они качаются. Я знаю, на улице ветер. Вот так. Вот сосед начинает дом какой-то ремонтировать. Какие-то люди новые пришли. Ну, может быть, поделиться, когда сделают. А так уже сколько лет, и лет 7. Пожар был, брошено все. А сейчас что-то уже маленько обдирают. Еще ничего нет, но, наверное, будет. Хорошо. Сегодня ночью Никита выйдет, пошел. А с кем? На поезде? Да, потерявки. Что делать там? Сейчас вот определяем. А Василий вернулся? А? Василий вернулся? Ну, он приехал ночью сегодня. Он уже дома у себя, видать. Ждал завтра, сегодня Игорь, а Игорь только в четверг приедет. А у Игоря спина прошла? Вот так. А, Игорь Барабаш. Я Барабаш. Что делать, я говорю, у себя самостоятельно. Бери там перегноя вот под калиной, где мы брали. Насыпь. Лопатой. Лопатой руками, чем хочешь. Вот так нагреби. Вот, приехали на своей машине. Видишь, какая машинка. А вот коршун. Этот коршун на территории бывшего краевого суда. Там сейчас институт, а музей истории, искусства, литературы. Тут мне хорошо известно. В 86 году, в августе месяце, в июле-августе меня судили здесь. Беззаконное судилище. Последнего слова не сказал, ничего нельзя было. А у меня был представитель-защитник, диакон Сергей Бурдин. И завтра суд, а ему раз обыск сделали, ну, может быть, раньше. И все, а раз обыск сделали, значит, он участник. Он меня и знать не знает. Один раз только видел. Ну, чтобы его не допустить. Обманщики. И все, этот строй рухнул. Кому он нужен, такой строй? Предатели, изменники. Сейчас Мельгунова, вот слушай, насчитал Никита. Кровавая комарилья. Ну, Господь допустил. Тут уж ничего не скажешь. Вот, кто-то где-то подорвал. Заложников подряд брали. Самых лучших людей. За одного тысячи, сотни тысяч расстреливали по всей стране. И Бог допустил. Ну и вот они сопротивлялись, всех перестреляли, передушили, а сейчас никого и нету. А что, к чему люди будут рожать женщины, когда знают, что их убьют все равно? Солдат не жалей, бабы новых нарожает. Говорят, Жуков этот лозунг пустил. Все бы так Суворов рассуждал. За каждого солдата американцев, он как бы было, когда в Сербии двинули армию, сколько... Вот видишь, как издалека видно, Ксения уже большая. Мамка, вот она тоже закончила медицинский университет с красным дипломом. Юлия тоже. Вот сколько у нас, я знаю, здесь они все заканчивают с красными дипломами.
Любовь Николаевна тоже с красным. Это означает, знает свое дело. Ну, вот так. Они пришли, я тут насчитывал про войну. Все. Елена Васильевна.